Здравствуйте, друзья, я вас приветствую в пятницу 16 августа на нашем канале. У меня хорошая новость. Если вы помните, мы так в несколько туров проводили отбор практикантов, которые к нам приедут постажироваться в нашу организацию. И вот у нас первый человек, который пошел, их там трое, и мы их так выстроили, что ли, в некоторой очередности. Вот тот первый, который пошел, он из Санкт-Петербурга. Вы скоро его увидите живьем. Я надеюсь, что через пару недель он уже будет здесь. И зовут его Александр, Саша. И он получил визу в посольстве, прошел в консулате, я извиняюсь, Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, прошел успешное интервью. Я думаю, он еще расскажет. Хотя так вот, то, что вы в скайпе с ним пару слов переписались, так как-то все очень формально и быстро, и, в общем, его совершенно никто там не пытал, ничего из него не вытаскивал. То есть прошло гораздо проще, легче, чем мы на самом деле опасались, переживали, думали, что вот виза G1, и нам тут такие жуткие цифры статистические говорили, там чуть ли не 90% отказов, но я думаю, что, может быть, это больше относилось именно к work and travel, а он все-таки едет по другой визе для людей с образованием, для стажеров, практикантов. Может быть, в этом сегменте, значит, проще. Но я хочу сказать, что напомнить, может быть, я уже рассказывал, что вот это вот агентство спонсирующее, которое является посредником между организациями, как мы, и федеральным правительством, то есть у них есть лицензия на то, чтобы выдавать приглашение, с которыми уже потом люди идут на интервью. Так вот, эта организация, когда мы к ним обратились, точнее, наш турагент, который для нас это делает, они сказали, что вообще не хотят этим заниматься, потому что очень много отказов. И мы тогда сказали, мы заплатим независимо ни от чего. Вот вы уже делаете свое дело, а мы уж там, получится, не получится, мы свои платим. И вот на них это подействовало как бы в положительную сторону. И, в общем, все теперь довольны. И такая вот получилась хорошая история. Поэтому я поздравляю Александра и, на самом деле, всех тех, кто за этим следил и переживал, как все получится. Так что все получилось пока что. Счастливо.